Пингвины на льду. Так ульяновцы с юмором говорят о любителях зимней рыбалки. Всю зиму, начиная с раннего утра, их можно было увидеть на льду Волги, Свияги, Сельди и других рек региона. Однако зима давно закончилась, толщина льда сокращается с каждым днем, а некоторые рыбаки уходить с насиженных мест не собираются. Снизить вероятность происшествий помогают ежедневные рейды по рыбным местам и беседы с рыбаками. С начала сезона сотрудниками МЧС было определено 22 места массового скопления рыбаков. Сейчас осталось лишь два, оба на территории Куйбышевского водохранилища. Ежедневно инспекторами ГИМС у нас спасательных средств на лазурной подушке проводится по 16-17 рейдов, то есть проследует вся береговая зона с целью выяснения, где у нас люди выходят, массовое скопление, где рыбаки находятся, и, соответственно, идет мониторинг толщины льда. С начала года на территории региона было проведено более 1000 таких рейдов. Активная профилактическая работа свои плоды все же приносит. Рыбаки показывают отличные знания правил безопасности и самоспасения на льду. У каждого в арсенале веревка, несколько отверток и заряженный сотовый телефон. Первым делом это по одному не надо ходить, надо ходить все время. 2-3, чтобы человек был. И обязательно цепочка идет, если что-то случается, человеком сразу подаешь или бур там, бур в основном, подползаешь к нему, бур. Сотрудники МЧС просят всех жителей региона все же не рисковать своей жизнью и не выходить на лед, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить по телефону доверия 39 99 99. Дарья Сударева, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.